Ну а сейчас мы представляем нашу первую плотную важную лекцию о городской среде. Я представляю Мировича Марка Григорьевича. Здравствуйте. Прежде всего я хочу высказать слова благодарности за то, что мне предоставлена честь открыть этот очень интересный, важный для города с моей точки зрения цикл. Я придерживаюсь главного тезиса, который уже был высказан во вступительной речи, о том, что вы про город, вы, мы, население, мы, горожане, знаем про город больше, чем городские власти, увы, а может быть это и хорошо, и сделать в городе реально можем больше, чем городские власти. Собственно говоря, моя лекция будет состоять из двух частей. Первый раздел – это городская среда, которая от нас, увы, не зависит. Оп! Что это было? А, понятно. Городская среда, которая от нас не зависит. И второй раздел – городская среда, которую мы можем улучшить своими собственными руками. В первом разделе мы с вами посмотрим на примеры обустройства организации городской среды в городах мира и вместе погрустим. А во втором разделе я коснусь более конкретных вещей, потому что полагаю и искренне убежден, что в современных условиях, когда бюджеты городов и без того небольшие сожмутся сейчас до предельного минимума, единственное, что возможно в плане улучшения городской среды, это самодеятельность населения. Я надеюсь, что здесь присутствуют представители ТОСов, во всяком случае приглашения всем были разосланы, и считаю, что руководство вот этих самоорганизаций населения по месту жительства и будет основным субъектом в ближайшие несколько лет, надеюсь, что не очень продолжительный срок, но будет реальным субъектом внесения изменений на территории. Итак, городская среда – устройство, которое от нас не зависит. Прежде всего, это, конечно, среда большого масштаба, которую, как бы мы ни хотели, как бы мы это ни требовали, организует, направляет, планирует, проектирует, выделяет средства федерального, регионального и местного бюджета, это городская власть. И она точно знает лучше нас, как это делать, потому что подключает проектировщиков, потому что решает эти вопросы в увязке с общегородскими, не фрагментарно вырывая те или иные клочки территории, обустраивая их, а решая все-таки это комплексно, исходя из иерархии задач, сложности, важности, ценности и так далее. Много примеров в мире и очень хороших, и это та среда, в которой, конечно, хочется, даже вот глядя на картинки, жить, ходить, пребывать. И это, в общем, тот идеал, к которому мы стремимся все, потому что люди живут в тех или иных городах, особенно на Западе, где им несложно переехать с одного места в другой, прежде всего потому, что там комфортно. Сейчас даже Китай уже вырвался на такую высоту, которая мне лично представляется слабо достижимой. Очень высокое качество городской среды. Вот все эти объекты большого масштаба, площади, набережные, городские сферы, бульвары, парки городского масштаба, центральные, общегородские или районные площади, их обустройство, их приведение к тому или иному виду, это вопросы, на которые мы с вами, увы, влиять не можем. Они достаются нам уже в готовом виде, и мы можем только переживать, что что-то сделано не так, можно было бы сделать лучше, или наоборот, радуемся, что все сделано замечательно, и сегодня лучше, чем вчера. Условно все это называется макропространство, большое, но это не важно, как мы это назовем, хоть горшком. Главное, чтобы это существовало в наших городах. Кроме вот таких макропространств, то есть больших городских пространств размером километр, два, три, пять и так далее, такие общегородские, ну, например, как наша набережная. Кроме этого, существует еще и пространство более мелкого масштаба, рассчитанное не на толпу, а на не очень большие группы людей. Размеры их от 10 до 100 метров. Это такие пространства, как, например, площадки в парке. Проблема нашего города состоит в том, что у нас парки, скверы и прочие общественные пространства
во-первых, законодательно никак не выделены. В градостроительном кодексе, основном документе проектирования сегодня городской среды, такое понятие, как общественное пространство, отсутствует. Это фактически пустоты между теми функциональными зонами и территориями, которые проектируются. И сегодня буквально, сегодня на общественной палате обсуждался вопрос о том, что нужно войти в администрацию с предложением ввести такого попечителя городских парков. Либо специальную должность выделить, либо как бы в существующем комитете по обустройству определенные функции сформировать. Но без этого парки, скверы и прочие территории остаются, вот, к сожалению, не такими, как на этих примерах, а очень даже запущенным, заброшенным состоянием. К этому же мезопространству, то есть среднего масштаба пространства, относятся и большие дворы, пространство между домами, крупные детские игровые площадки. Эх, улицы, обустройство которых тоже является крупными проектами и в незначительной мере зависит от собственников недвижимости, хотя и от них тоже. Бульвары, городские бульвары, обустраиваемые местными муниципалитетами и превращаемые, как вот вы видите на этой картинке, в такое открытое уличное кафе. Называется это пространство среднего уровня, как я уже сказал, мезопространство. Это небольшая площадь, бульвар, улица, жилой двор. В общем, все то, что укладывается в размер от 10 до 100 метров. И помимо этого пространства, теория и практика проектирования выделяет, градостроительного проектирования выделяет еще один тип пространства, не совсем маленькие, называются микропространства. И это фактически размеры территории от метра до 10 для общение небольших групп людей, места отдыха, персонального общения и так далее. Они также могут располагаться на улицах, на каких-то больших общественных зонах, непосредственно для отдыха и так далее. У меня все время не выходит из головы вопрос, который некому задать. Как они его не утаптывают в ноль? Вот с ногами же залезают. У нас бы это все превратилось через сезон просто в черное такое страшное дерево. Вот либо у них дождя и снега нету. У них нормальный газон, наверное, когда земля ниже уровня бордюра, она не вытекает, и вот это вот все. Ну, в общем, на ногах не переносится грязь. Да. Да, это я тоже наблюдал, это явление. Почему-то там не пачкается обувь. И тараканов нет. Может, они все к нам эмигрировали? Вот это все примеры таких небольших пространств, которые совершенно самоштабны человеку. И, собственно, здесь, в этих картинках, сейчас мы приблизимся ко второй части, она для меня более важна, потому что я убежден, что вот все такое можно обустраивать и не прибегая к помощи администрации городской, а если и прибегая, то в разумных, и мы это обсудим, конкретных вопросах. Вот таким же маленьким, но приятным для обживания пространством являются автобусные остановки. То есть их можно делать, я понимаю, что стекла бьют. Ну когда же это должно закончиться? Из профильного металла они бы хуже смотрелись. А какого года эта фотография была сделана? Вот предыдущая, да? Вот это? Да бог его знает. А что, думаете, уже не стоит? Логистрайк, табачные изделия уже давно не рекламируют. Ну, значит, она давнишняя. Вот, это микропространство, но повторяю, название здесь, собственно говоря, никакой роли не играет. Вот мы подходим к тому моменту, который для меня наиболее важен. Я убежден в том, что поскольку дом и придомовая территория являются собственностью жителей, то в принципе огромное количество вещей, связанных с благоустройством собственного двора, подъезда, прилегающих к домам территории, территории между двумя домами. Все это можно делать своими руками. Мы все это делаем своими руками на своих дачах. И огромное количество пенсионеров в наших дворах, которым просто нечем заняться, особенно зимой. Люди без работы, люди выработали свой срок, трудовой стаж, но они довольно активные. Если каким-то образом втянуть в эту инициативу другую категорию населения наших дворов, у которых тоже масса энергии, но пустая голова,
У этих людей сил уже немного, я имею в виду пенсионеров, но голова наполнена идеями и знаниями. Есть другая категория, подростки. Вот у них голова пустая, идей ноль, но они жутко энергичны. Каким-то образом связать их и сделать одних руками продолжением идей других, то, возможно, все эти вещи из мусора будет довольно несложно смастерить. Или вот, например, переход просто на топтанную тропинку с одного уровня во дворе на другой обустроить как лестницу тоже из обломков строительных конструкций. Для этого не надо просить годами ЖКО, чтобы оно смастерило лестницу, а потом оно и придет и смастерит все равно коряво. Потому что те рабочие, которые будут это делать по заданию, будут это делать без души и без интереса. Они отрабатывают трудовую повинность. Поэтому ничего толкового, сделанного чужими руками для себя, не будет. Потому что либо их нужно контролировать и держать за горло с утра до вечера, на что ни у кого нет сил, потому что они уже научились отбалтываться от всех на свете. Либо надо отказываться от их услуг. Да, вот такую вещь сделать посложнее, но это тоже все самодеятельность. Это все самодеятельность. И это самодеятельность. Я понимаю, что мне, можно сказать, вытопчут, выломают и разобьют. Но если мы будем добиваться от города, чтобы они это сделали, и через 10 лет наших хождений по кабинетам это все-таки будет сделано, то все равно гарантии от того, что не выломают и не растопчут, нет. А кроме того, если это сделано коллективно, я дальше это буду обсуждать. Не просто индивидуальная инициатива одного человека, которая вызывает всегда раздражение у всех остальных, что ему больше всех надо, а именно инициатива подавляющего большинства жителей двора. Это большая гарантия того, чтобы это стояло долго. Наши коллеги, по-моему, в Тольятти, где была тоже большая проблема, потому что город все время делал лавки, расставлял их в рабочих районах, а их потом в ноль ломали. В город приехал Валуев, потому что он везде по стране открывает эти самые клубы мордобития. И толковые люди из администрации поговорили с ним и предложили ему, сейчас внимание рассказываю, очень интересный вариант, он собрал местных хулиганов. Это авторитет, они не могли не прийти. Наоборот, там набилось столько, что зал не вмещал. Он говорит, так, ребята, значит, завтра мы выходим на там, центральный парк, нам завозят разные пиломатериалы. Под Валуева пара-тройка компаний с удовольствием завезла строительный материал. Вы берете пилы, вы берете молотки, вы берете гвозди. Это тоже завезли компании, для которых это была пиар-реклама, потому что они этим торгуют. И колотите лавки. И ребята день колотили лавки. Их никто не ломает уже который год. Как они выглядят? Коряво они выглядят. Но зато они есть, и на них можно сидеть. И каждый знает, что это. Это наша лавка. На следующем этапе, наверное, можно и покрасивее делать. Главное не это. Главное то, что механизм коллективного соучастия является гарантом сохранения того, что появляется. Не 100%, но все-таки гарантом. Ну, а это вообще святое дело. Я помню еще тот период, когда ЖКО заливало такое, в каждом десятом дворе. В моем дворе вот была такая самодеятельная площадка. Завозили эти щиты. Ну, по идее, потом их должны были разбирать, и мы их разбирали пацанами. Их должны были увозить, складировать, а на следующий год привозить заново. Ну, понятно, что они бесследно исчезали, но до следующего года все равно появлялись щиты, и мы опять заливали площадку. То просто шланг вытягивали из квартиры на первом этаже. Никто не ломал никогда, потому что это было не просто общедворовое, а на целую группу дворов. Ну, не знаю, может быть, и до таких вещей когда-нибудь можно будет дойти, поскольку, повторяю, вот у себя на дачах мы такое легко делаем. Чего бы это не сделать в собственном дворе? Итак, как я уже сказал, дом и домовая территория являются собственностью жителей. А следовательно, ничто не мешает нам наводить на законных основаниях там порядок. Средства на эту реконструкцию, конечно, прежде всего, должны выделяться из денег, накопленных собственниками жилья на лицевых счетах дома. По той простой причине, что
я уже сказал, ситуация не самая лучшая. Да, безусловно, необходимость тратить эти деньги – это минус. Хотя, если понятно под что, люди сбрасываются. Практика показывает, что сбрасываются. По чуть-чуть, понемногу, кто может, но все равно деньги набираются. Понятно, что и город поможет. Если будет какая-то идея, какая-то внятная почеркушка, эскиз того, как должна быть организована территория, дальше мы чуть поговорим по поводу того, проект это должен быть или эскиз, то, безусловно, город будет помогать. Он может помогать в разных вариантах. Может людьми, исполнителями, может материалами. Вот я лично советую и знаю это из опыта многих самоуправлений. Все надо делать своими силами. Повторяю, это обеспечивает гарантию качества. Привлекать рабочих нужно только на серьезные профессиональные работы. Асфальтирование, укладка там, бордюрного камня, установка там, детских площадок игровых, которые должны отвечать критериям качества и так далее. Все остальное это лучше всего, если делают с любовью и заботой сами жильцы. Поэтому чем больше жителей удастся дома или домов окружающих этот двор удастся привлечь, тем больше гарантий сохранности и больше гарантий качества. Есть определенный порядок, он прост. Решение должно быть принято большинством собственников жилья. Проводится голосование, составляются протоколы. Протоколы висят в интернете, можно взять форму, ничего даже выдумывать не надо. Это вопрос только вот соорганизации людей в их свободном времени. И вот здесь нужно прекрасно понимать, что у людей среднего возраста, там, вот, ну, в общем, институтского и дальше ближе к пенсионному, времени нет. Они с утра до вечера носятся, чтобы заработать деньги, харч на семью. А вот пенсионеры и подростки – это те две категории людей, на которые и сегодня ТОСы опираются прежде всего, ну, на пенсионеров. Но, повторяю, подростки – это та категория, которым некуда время и силы девать. Если вы придумаете, каким образом их втянуть в это, выделить им зону для турников, выделить какую-то площадку для того, чтобы они там занимались тем, чем они вам расскажут, чем они хотят заниматься. Не придумывать за них. Наоборот, сказать, ребята, идите, обсудим, скажите, что нужно, вместе подумаем, как это реализовать. Положим это в программу, будем просить чего-то, или не будем просить, или своими силами. Огромное количество самых необычных специальностей людей обитает в ваших домах. Не надо даже звать каких-то особых проектировщиков, потому что обязательно кто-то учится на строительном факультете, знает, как оформлять чертежи, может все это изобразить, а вот в том подъезде живет руководитель строительной компании, у него этого строительного мусора, он деньги платит, чтобы его утилизовать. Если специально подумать, как этот мусор можно использовать, может быть, будут такие же смешные, но нормальные ступеньки вот таких вот лестниц, или еще что-нибудь, или эти лавки из обломков плитки, которые он все равно выбрасывает, если это отделочное, вывозит мешками на помойку. Реальная территория, вот походить по ней, подумать, что нужно переделать, что нужно доделать, что нужно улучшить, что нужно заменить, нарисовать этот эскиз по-разному. Повторяю, по-разному. Можно это сделать совсем на примитивном уровне. Можно обратиться вот к специалистам исследовательской лаборатории городской среды, что-нибудь вместе придумаете. Вот не обязательно делать такие вот качественные трехмерные чертежи, хотя, повторяю, вот, не исключено, что найдется среди жителей кто-нибудь из ребят, который делает это быстро и сделает это запросто так, потому что его об этом дедушка любимый попросит. Вот могут быть и такие условные совершенно схемы, просто показывающие смысл функциональной организации территории, расстановки той или иной мебели и так далее. Да, можно захотеть, например, такую детскую площадку, и понятно, что вы ее никогда своими силами не сделаете. Но вот это конкретный вопрос, к которому можно обращаться в администрацию. Она запланирует эту площадку, вы отнесете ее по плану производства работ на там, в следующий год или через год, в зависимости от того, когда это будет внесено в план, пока оборудуете то, что в ваших силах, организует территорию под нее, потом придет площадка, встанет на свое место. Но вот это можно делать уже сегодня, никому не обращаясь. На любой даче вам
привезут, подберут эти обрубки, вобьют туда металлические штыри, копают их в землю, чтобы уже никто никогда не мог вытащить. И вот, вот дети могут бегать, прыгать. Вот тоже площадка, которая обустроена самими жильцами. Посадили какие-то дикорастущие, связали воедино, засыпали песком. Можно обустроить очень комфортную во дворе среду обитания, при этом не входя в какие-то немыслимые расходы. Потому что два столба вкопать, натянуть между ними обрезок каната, который он продается сейчас во всех строительных магазинах. ЖКО привезет две машины песка. Главное оборудовать эту территорию, обустроить, покопаться немного с лопатой, выложить периметр из камней, которые тоже вам кто-нибудь завезет. Я упираю на то, что бессмысленно уповать на городскую администрацию. Возможно, я не прав. Может быть, сейчас представитель администрации скажет: ребята, обращайтесь, мы вас затарим всем необходимым. Вот не верю. Хотя, может быть, бывают счастливые случаи, я тоже верю в чудеса. Но если мы все хотим жить в нормальной среде, давайте мы все-таки обратимся к самим себе. Это все возможно, это все несложно, это делается в других местах. Вот прекрасная игровая площадка для лазания детей в возрасте от 4 до... Ну, вот надо по весу посмотреть, до скольки, потому что сильно тяжелые прогнут, как вы это видите на крайнем металлическом пруте, сильно его прогнут. Но ползать все равно будут, поэтому лучше потолще. Это более сложная по конфигурации, по обустройству площадки. Здесь, конечно, поучаствовал кто-то из фирм, которые занимаются кругляком. Ну, вот тут тоже вот так привезут. Смотрите, вон, построили на сквере Кирова. У них там обрезков осталось, как грязь. Куда пошли? На дрова. А могли бы вот так привести, если будет такая инициатива со стороны жильцов, сделать такую площадку, ну никаких проблем. Даже не надо вкапывать тяжеленные эти самые. Три небольших столба проложили, закрепили, просверлили. Очень комфортное, милое, главное, своими руками сделанное. И все, пусть ползают, радуются, скачут, ноги ломают. Но есть более сложные, но тоже это все, по-моему, это Вологда, если я не ошибаюсь. Конечно, возникает вопрос, не растащит ли ее на дрова и не устроит ли рядом пожар, но здесь точно ничего не растащит, ничего не устроит. Прекрасная ландшафтная архитектура. Вот здесь очень профессионально подошли. Прекрасный парк. Мы знаем, что в городе есть объекты, они периодически появляются, крупные арт-объекты, фиксирующие уникальность места. Есть совершенно потрясающе. Это один из моих самых любимых примеров. Вряд ли, конечно, у нас появится что-то подобное. Но вот такие вещи могут появиться легко. Они так и появляются, вот потому что жители во дворе взяли старый сломанный велосипед, выкинутый на помойку, прикрепили к нему, приварили там или на болтах часть от выкинутой коляски, и вот получили цветник, как вот на этой картинке. Или расписали стену. Они все равно ходят, расписывают. Если у вас есть эта площадь, которую можно сказать, вот тебе трансформаторная будка, раскрась ее как хочешь. Вы привлечете на свою сторону этих тинейджеров. Они будут вашими сторонниками. Первый шаг будет удачный. Вот тоже пример того, как из мусора сделана лавочка. Уверен, что если вы и ваши коллеги начнете фантазировать, я в следующий раз буду ваши примеры показывать. Извечная проблема. Паркуются на газонах. Да, можно, конечно, бороться, как вот на том правом крайнем. Жестоко, правда, сильно. Но можно же и за счет благоустройства. Вот примеры того, как просто поднятый на большую высоту обычный бордюр, и газон сохраняет, и не дает машине туда заехать, потому что заезжает на ту нашу стандартную высоту бордюра, потому что нормальные машины ее легко преодолевают. Если этот бордюр будет в 2-2,5-3 раза больше, в этот газон уже никто не въедет. И грязь не стечет. И грязь не вытечет. И грязь не вытечет из него, и ноги будут чистыми. И когда мы сядем на деревянную лавочку... Да. Есть какие-то более серьезные примеры, но тоже, наверное, если вы заложите это в проект, можно обсуждать
с ЖКО, с городом, как из каких средств это сделать. Ну, есть уж совсем культурные, но, правда, их ломают. Вот как на этой нижней картинке, машины их ломают. Поэтому, конечно, здравый смысл должен присутствовать в любых ваших проектах. Ух ты. Обожаемая мною картинка. Разграниченная территория между двумя ТСЖ. Вот это принадлежит вот тем домам, а вот это принадлежит вот этим. Ну, вот, которые сбоку и здесь. Вот... Одни вот так распоряжаются деньгами, а другие вот другим образом. Москва. Это московский пример. Наверное, в вашем дворе вот такого не будет. Это какое-то европейское сознание нужно иметь, европейскую культуру отношения к внутридворовому пространству, чтобы вот это все было сформировано, а потом еще существовало. У нас все-таки другой менталитет. Но сделать проект такой реалистичный, который, ну, просто позволит вам грамотно организовать эту территорию, чтобы у всех были зоны, чтобы была маленькая площадка для мамочек с колясками, которые все равно выходят каждый день гулять, даже в морозы, чтобы ребенок свежим воздухом подышал. И нужно где-то присесть, поговорить с друг другом. Я повторяю, здравого ума хватит, чтобы, например, скамейки ставить не вот так, а друг против друга, чтобы люди друг с другом разговаривали. Но если вам понадобятся какие-то советы и рекомендации профессионалов, всегда это можно организовать. То есть, в любом случае, на протяжении этого цикла вы будете общаться с разными людьми, и всегда можно подойти, поговорить, установить контакты, завязать их через школу, градостроительную лабораторию и как-то организовать поиск оптимальных решений. Наверное, вот до такого мы не дойдем. Думаю, что не дойдем. И до такого, возможно, не дойдем. А вот это абсолютно реально. Вот абсолютно. И никаких, как вы понимаете, трудов, чтобы сколотить вот своими руками такой эстетически очень привлекательный, не просто лавка, эстетически очень привлекательный элемент городского благоустройства, позволяющий при этом посидеть и отдохнуть, и использовать как столик, и поиграть во что-то, ну, естественно, в шахматы. Выпить бутылочку, естественно, лимонада и съесть, естественно, бутерброд. Может быть, вот и так будет выглядеть ваш двор, если вы продумаете возможность организации конкретных мест, где можно расположить мангал, оборудуете его, а старый стол или кресло, выкинутое на помойку, вкопаете в землю и превратите вот в такой дворовый со стульями, которые тоже на помойку выкинут. Прикрепить им из... Как правило, выкидывают, потому что задний, это самое, подспинник, как он называется, не знаю, он отскакивает. Ну и веревкой обмотали, и он свою функцию выполняет. Зато стоит во дворе. А так крепкий, хорошего дизайна. Вот, может быть, что-то такое появится. Тоже брошенные территории, на которые просто не падал взгляд, постепенно обживаются, если к этому есть интерес и желание. А может быть, со временем и так вот мы будем летом отдыхать. Есть надежда? Угу. А может быть, вот так. Это все обычная среда, ее никто вот специально так не оборудует. Просто рядом кафе вынесли, поставили, люди сидят. У нас также можно выносить какие-то стулья, сидеть во дворе, если он будет приличным, если он будет благоустроенным, а не просто грязь и чахлые растения. Ну, вот и такое бывает. И не забывать о потребностях малого мобильных групп населения, потому что это просто наша боль. Даже если архитекторы все правильно проектируют, строители почему-то все равно стараются этого не строить. Как будто этой категории людей не существует рядом с нами. И это не только инвалиды. Да. Вот, собственно говоря, и все. Спасибо большое.